Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Снеговик, Арекс, как всегда, классные подписчики, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. С нами записывают сегодня новенькие подписчики, они немножко стесняются. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А у нас аниматроник маньяк-убийца. Давайте, давайте, начинается. Первый пошел, второй пошел. Промахнулся пацанчик. Вроде бы все хорошо, я начинаю тащить. Так, давайте посмотрим, у меня 4 кило, давайте посмотрим, сколько будет в конце ролика у меня. Если я не забуду подсветить. Напомним. Да-да-да, точно. О, тут можно летать, видели вентилятор, который вверх поднимает? Классно. Ой, да. Чуть-чуть, что-то мне не хватило. Во, лучше по низу пойдем. Это у нас получается 5 против 1. Пикачу, наверное, оружие выбирал, да, какое-то? Пацаны, задержка есть на карте? Нет. Нет. Все четенько. Я это получается что у нас? Пасхальная комната какая-то. Я давайте вылечу, то я не могу оттуда выйти. Опа. Спалили, спалили меня. Кстати, у меня 40 тысяч жизней. Это реально читерский аниматроник. Мышеловка. Она может меня поймать? Так, хорошо, хорошо. Где меня пригвоздили? Я черепиздрика взял. Ладно, пригвоздили. Я специально вам немножко поддамся, чтобы вы разогрелись. А то я вижу, немножко стесняются пацаны, да? Я не могу тебя дамажить, кстати. Ой, блин. А, у меня 10 тысяч хп. Ой, красавчик. Снеговик, ты что вообще делаешь? Ты своих хочешь. Ой, что это за оружие? Оно, кстати, вообще не дамажит меня. Этот аниматроник, он не забитый, так что не может не стрелять. Давай, 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 дамажит, хорошо. О, возьмите какого-то маньяка ножичком со спины. Блин, вообще сила. Вот это выстрелы мощные, мне нравится. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. И у меня вторая попытка. Ага, я еще 100 раза пригвожденный остался. Хорошо. Давайте ищем его быстрее, гасим, пока он... А чего вы такие дерзкие? Я же к вам пока по добру отношусь. Так, сейчас. Я хочу взять аниматроника, который может вставать невидимый. Есть у нас такой, вот с этого пилпака. Он бомж, что ли? Ты бомж, это ж я еще добрый. Да? Да. Я его нашел. Ну чё, пацаны, нормально? Это кто? Это был я. А, ты же невидимка. Ну да, я хочу, чтобы у меня исчезли эти штуковины. Все, теперь я вышел на охоту. Ты понял, да, что я за тобой начал бежать, я охоту открыл. Именно на тебя. О, портал есть. Давайте посмотрим. Прикольно. Вы заходили в портал? Тут есть, короче, острова из лавы. Да, есть портал в ад. Чё стреляете по друг другу? Алё. Ладно, я возвращаюсь к вам сюда. Нормальный мир. Зима с воду, а тут все остальные... Блин, упал. Ой. Мак, давай видим, встаньте, пожалуйста. Вот я, пацаны. Ай, бля, вот, вы не туда пошел. Стреляете. Да я вот, вы что? Блин, все, попался, красиво меня поймали, молодцы. Арекс, респект. Молодец, наказал меня. О, давайте возьмем медленного, медленный танк. Да подождите, не пригвождайте же, я еще добрый. Ладно, это конченый аниматроник, потому что его убили моментально. Да это оружие убивает моментально, а не аниматроник. Mm-hmm. Хорошо, пацаны. Я разозлился, но не сильно. Не надо. Свои заряжи. А ну-ка, по звуку угадайте, кого я взял. Слендермен.
убил. А, я думал, Слендермена нельзя пригвоздить, он же типа модный челик. Конечно. Вот классно, можно стать невидимым. Гвозди в воздухе висят. Если бы ты пересмотрелся, ты бы увидел эти гвозди. Ну вот видишь, Арекс молодец. Глазастый чилипиздрик. Как тут не заметишь парящий в воздухе в гвозди? Сегодня у нас этот, разные будут. А я иду, иду на работу в пиццерию. Ребята, лайк, кто помнит этот ролик. Угу. Хорошо. Что-то ты быстро меня наказал в этот раз, еще быстрее, чем в тот. Надо взять невидимого какого-то. Кто невидимый может вставать? Нет, сейчас дам невидимого. Так, это не тот. Сейчас, 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 сейчас. Я чуть своего вот. Не убил. Я взял классного аниматроника. Так, тихо, ребят, не стреляйте, прислушивайтесь. Так, почему они могут ТП-хаться? Че, увидели меня? Нет, тихо, тихо. Он там? Ах ты бомж, увидел! Пригвоздил, пригвоздил! Блин, прикольно воевать так и на потолке, и на полу. У тебя как такое неколимое оружие, не используй его, не могу ничего тебе сделать, ты говно. Это уже, знаешь, это уже и не смешно, я не могу ничего тебе сделать. Извините, ничего не могу. Хорошо, Не понял. Я разозлился, пацаны. Кто следующий? Дай меня брать админа буст. А, не-не-не-не-не-не-не. Пока что я добрый. Я это пресеку все равно. Ну давай. Выйди из меня. А я среди вас скажу, прям рядышком, рядышком. Слышишь этот звук? Слышите? Я бегаю среди вас. Ого, это было мощно, пацаны, мне понравилось. Но чего-то не хватило. А, попадание в меня. Это была бы бомба. Выйди из них. А теперь я стал... Да, ты мои мысли прочитал, красавчик. Я полез. В свою берлогу. Ого, Арекс, ты тут оружие берешь? Мне придется брать тогда очень тогда мощного аниматроника. В следующий раз будет все намного жестче. А, ты знаешь, что я взял аниматроника, которого пригвоздить невозможно? Слендермен. Ах ты! Он не пригвождается, кстати. А, он убивается. Ну хорошо, я это что-то не продумал. Врезался. Хорошо, хорошо. Косяк пальчиком ударился. Да-да-да, и уже на минус 1000 хп сразу. Нормально. А, нашли дамажи, зафига я и взял. Чисто поржать. Понял, это было показательное выступление. Этот аниматроник, он не мог убивать. Да, я знаю. Да, и зачем я его вообще взял? Для красоты. Да-да-да, чтобы поржать. О, кстати, эту все знают. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Она когда, кстати, убивает, издает звук выстрела. А, убери, пожалуйста. Вот, вот такой вот звук она издает, замечательный. А я буду... А, кстати, не могу невидимо вставать. Вам придется наказывать меня так. Да, блин, да зайти в берлогу свою норку вонючую. Извини. Охота начинается на тебе. А, я убегаю. Я кстати, у меня 4000 хп. Легко убить. Очень легко. Так, я надеюсь, сейчас мне хватит инерции. Отлично. Давай, выйди из невидимки. Покажи. А, я не могу невидимым вставать. Ого. Но все равно покажись. Ну я показываю. Зачем меня стреляешь? Я на самом видном месте, но так как я цветом этой карты, мне тяжело будет увидеть. А мы тут все на полу. О, я могу сдалека убивать. Я снайпер-убийца. Так, не понял. О, вот так, кстати, можно убивать. Мас, будет. Гони. Ой. Ой. Я даже себя был. Блин, ну так нечестно. Это рисковал. Да не, это не все. Так, я его мне убью. Нравится. Это все, просто... А что за оружие? Ты что этим используешь? А, админский пистолет? Ты меня просто разозлил, боже. То каким образом я тебя разозлил? Я не люблю, когда меня убивают. Да? Так, сейчас я спускаюсь вам к вам вниз, так что ждите меня. Ждем, ой, встречаем. Какая-то радиация. Стихом. Так, режим полета отключу, если будете летать. Так, так, так.
Ждете меня внизу? Ой-ой-ой, мне понравилось. Нормально, пацаны, облава? Еще одна бомба не активировалась, подождите. Так, циц какие-то. Ой, привет. Ух ты! Я отомстил! Каким образом? Я сам себя убил. Ой-ой-ой. Это я тебя убил. Бум, хорошо, согласен, ты меня убил. Сейчас. Я сзади тебя появился просто. Может, так нечестно? Ой, бомба куда-то упала, непонятно куда. А не виноват. Куда она падает? Ой. О, боже, это вы взрываете? Да, это я стреляю в бомбу. Я за тебя штурмую. Вот, вот это взрыв, пацаны. Вот то, что вы делали, это все фигня. Это уже жестко. Так, давайте посмотрим, сколько я сделал убийств. Я сделал убийств 36. Но это не так много, я думал, будет под сотню. Я вас еще, пацаны, жалел. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!